то Бог велио, ко Бог наш. День всіх святих, що в землі Руської просяяли, в Миколаєві відбулась видатна подія. Митрополит Миколаївський і Очаківський високопреосвященніший Пітірім відслужив першу божественну літургію в нижньому храмі Свято-Симеоновського собору, що будується біля центрального стадіону. Нижня церква Свято-Симеоновського собору – це могутні стіни, таємнича полутемрява і абсолютне відчуття того, що ти знаходишся поза часом. Є лише Бог, є свята божественна літургія, є ми і всі святі в землі Руської просіявщі, які теж тут і моляться у престола Божия за мир в усьому світі. І відтепер, після божественної літургії, ці стіни наповнились Божою благодаті, і церква почала своє духовне життя. Той, хто побував на першій божественній літургії в нижньому храмі Свято-Симеоновського собору, надовго запам'ятають її урочистість. Будувати церкви Божі – це велика справа і великий труд. Строїтельство церквей не тільки, мабуть, важливо для православного християнина, всякий релігіозний чоловік має какое-то здание, вот, к которому приходят люди для того, чтобы прославлять Бога. Конечно, православие имеет в строительстве, в том числе, 2000-летний опыт уже, и имеет свой взгляд, евангельский, библейский, можно если так сказать, и другие могут по-другому как-то понимать это прославление, но для христианина, для православного христианина это самое важное в жизни – прославлять Творца. И наше православие так и называется – православить. То есть это одно из главных задач жизни человека, потому что от этого именно и зависит его вечность. И поэтому издревле это прославление Бога проходило в определенных местах, которые мы называем храмами, и туда собирается для общей молитвы, вот, которая тоже основана на Евангелии, где двое или трое собраны во имя, там и я посреди вас, сказал Христос. И поэтому для нас уже это естественно, что для общей молитвы нужно собраться в храм. Вот, хотя история храма вот, более древняя, мы знаем, и в Ветхом Завете был храм, которому приносилась жертва Богу, а сегодня во всех храмах приносится бескровная жертва. Вот, Христос принес раз за всех жертву, и сегодня мы приносим бескровную жертву. И самое главное, это дух сокрушен и сердце сокрушено, Бог не уничижит, говорит Господь. Другие жертвы, они не нужны сегодня. Именно этой жертвой бескровной, которая есть тело и кровь Христова, мы спасаемся. Без нее невозможно спасение человека. И сам Господь сказал, кто будет пить кровь мою, кушать плоть мою, тот будет же иметь жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Поэтому без храма для православного человека жизнь немыслима. Хотя, конечно же, были вот и пустынники, подвижники, уходившие в пустыне на много лет, не видевшие лица человеческого, но все равно какой-то период жизни они шли в храм для того, чтобы приобщиться святых Христовых там, потому что именно там приносится бескровная жертва.
Отец Варнава, будьте добры. Сегодня, конечно, безусловно, сложное время, но тем не менее церкви, они украшаются православными христианами. И, как вы правильно сказали, что христианин не мыслит своей жизни без церкви. Но есть люди, которые рассуждают о том, что Бог есть в душе, и совершенно не обязательно ходить в церковь и выполнять какие-то, по их мнению, определенные обряды. Насколько это заблуждение или истина? Разные мнения. Одни такие, другие, третьи, четвертые. И это сколько людей, столько мнений, но истина она одна. И истина для христианина в Священном Писании. И вот мы обычно всегда говорим о Евангелии, которое читается в воскресенье, то в следующее воскресенье как раз об этом и говорится. Это Евангелие начинается такими словами, что светильник телу есть око. И если око твое чисто, то тело твое светло будет. Если око твое темно, то и тело твое все будет темно. И вот святитель Феофан Затворник говорит, что око для души человеческой – это его разум. И если он руководствуется Священным Писанием и его воспринимает как истину, то тогда его душа, которая тело, оно светло, оно имеет почву, оно видит, душа видит путь, по которому нужно идти. А если это око, разум лукавый, как сказано, тогда он помрачается сам, и он уже не воспринимает Слово Божие как истину, а начинает совопросничествовать, что-то там подыскивать. И вот из этого и выходят, и в том числе, такие вот мнения, о которых вы только что сказали. Но есть тысячелетний опыт жизни церкви, и есть Священное Писание, и всякий, который его читает в простоте, то он видит, что всюду говорится вот о том, что апостолы собирались в храме, вот сейчас только Пятидесятница закончилась, они ждали сошествия Святого Духа, и всю, с тех пор разошлись по всему миру, проповедуя Евангелие, и все совершали богослужение и спешили в храм. Без этого спасение невозможно. Можно жить, что-то придумывать, вот, и, но человек будет ходить в темноте, он не будет иметь прямого пути, у него он будет со стороны в сторону качаться, и он не будет видеть перспективы жизни, а самое главное – перспективы вечной жизни, потому что мы чаще всего сегодня думаем только о временном, а вот Евангелие, о котором мы говорим, оно идет сразу же после того, как Господь сказал, что дал молитву Господню, Отче наш, которую все сейчас уже, многие, во всяком случае, уже изучили, знают ее. Вот, и он говорил, что не будьте как язычники, того просящие, того, а самое главное. Вот, и самое главное для человека – это вечность. И свою жизнь нужно устроить так, чтобы ее приобрести, а не потерять. Вот. И для этого в церкви все устрояется. И богослужение, и чтение Евангелия за ним – и устрояется вся жизнь, регламентируется так, чтобы человек не заблудился в этом мире, а шел по прямому пути к спасению. Жить перспективой вечности, для этого тоже нужен определенный труд. Но вечность, она завтра, а мы живем днем сегодняшним, который тоже наполнен своими заботами. И человеку свойственно что-либо просить у Бога. Насколько это, если можно так сказать, корректно просить у Бога о своих нуждах сегодняшних? Безусловно, у Бога нужно просить и все, даже самое, самое простое, потому что сказано, без меня не можете творить ничего. Но вместе с тем нужно, чтобы была правильная иерархия ценностей. И поэтому вот следующее воскресенье Евангелие у нас заканчивается такими словами. «Взыщите сначала Царствие Божие и правды Его, и сие все, то есть эти все житейские вопросы, которые мы имеем, приложатся вам».
И перед этим приводится очень много примеров про эту лилию, которая цветет, а завтра ее засохло и бросили в огонь. Но она такая красивая, как Господь говорит, Соломон не одевался в такую красоту. И про этих птичек, которые не сеют, не жнут, но за них Господь заботится, питает их и греет. И святые отцы говорят, когда говорится, что не заботьтесь о теле, не заботьтесь, чем вам одеться или что вы будете кушать, это не означает, что вообще пренебрегать, потому что это перевод с греческого языка, слово «заботиться», оно еще имеет такие понятия, как «скорбеть», «тужить». То есть говорить, что вы не печитесь, не заботьтесь, не тужите, не убивайтесь уже сегодня о том, что вы там будете завтра, как, чем питаться или что одеваться. Вы решаете те вопросы, которые сегодня есть. Это не говорит, что ничего не нужно делать, но говорит, чтобы наше сознание не, полностью не было занято только попечением земным. И мало того, оно наоборот должно в основном как раз думать о самом главном, о спасении своем. Чтобы в процессе жизни приобрести здесь уже Царство Божие, которое есть радость, вот, которое есть любовь, исполнение. И все, что нам мешает это приобрести, мы должны его откладывать. Даже какие-то насущные житейские проблемы. Не означает, что полностью их вычеркнуть из жизни, но они должны уйти в иерархии ценностей дальше. А главное должно стать впереди. Вот. Об этом как раз и мы должны переживать. И об этом, к этому прилагать наши все усилия. Потому что вечность для человека, ценнее ее нету ничего. Царство Божие ценнее нет ничего. А жизнь – это средство, которое мы его можем приобрести, можем потерять. И чтобы не потерять, то оно должно быть самым нашим главным попечением нашей жизни.